И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Вот, значит, все-таки я собрался перетаскивать светильник. Кто Филипп мне пишет уже сколько? Переставь. А я все никак. Так, значит, я говорю, здесь уже достаю, да? Блин. Ну, давай вот сюда поставим. Но дело в том, что так его ставить нельзя, потому что он ни хрена не светит, когда ты через низ ставишь. А снизу я до него не дотянусь. Значит, надо что-то придумать. Забрать вот это, опустить ниже. И как-то поставить ее... Не знаю как. Ну как-то сейчас... А, ну да. Поставишь ее. Нужен фундамент. Нужен фундамент. Так, ничего не сделаешь. Ладно. Фундамент у нас есть. Так, сейчас избавимся от этого волка, который ходит вон там вот. Посмотрим, может, тут еще кто мне помешает. Здесь сейчас не прибегут эти охотнички. Мне показалось, что хлопок, но нет. Меня атаковать. Пока никого не видно. А, вот еще волчок-дурачок. Пошли. Бери своего кореша. Под мышку и пошли. Тоже второго уровня, кстати говоря. Чё-то вдруг все второго уровня стали. Падла. И укусил уж так далеко, когда я уже был. Да ничего. Ой. Пятая точка. Готова к наказанию. О, ты смотри. О, по голове получил тоже. Давай, давай. Подходи. Так. Топорик. Что-то какой-то слабенький. Ну, в принципе, да. Что ты хотел от них? Но зато каждый кожу дал. Это плюс. Это плюсик. Так, яичница уже жарится. Отлично. Уже даже что-то и пожарилось. Так, еще две. Это тебе. Это тебе. Ну, это тебе. Кстати, генератор подкормить надо. Так, тут нормально все. Сколько у нас энергии? Нормально. По энергии все. Есть не надо, пускай там себе это. Так, все, мы площадочку освободили, берем. Это же у меня фундамент должен быть, по идее. Я тут все фундамента вроде делал. Да, похож на фундамент, как минимум. Попробуем сейчас сами себя поднять. Кстати, он тут чуть-чуть коснутый, видать. Кто-то по нему попадал. Пока сюда поставлю. Так, где там наш фонарик? Вот он. Попробуем приподнять самого себя. Не знаю, получится или нет, но... Как-то... Я поднял или не поднял? Что-то я не понял. Еще раз. Но не хочет. Почему-то давай так. Таким макаром. Так можно. Чтобы достать его и снизу меня прикрепить. Где он сейчас находится. Возможно, это, конечно, не сильно увлекательно смотреть. Так, так, так. Да блин, ты посмотри, в момент, когда я собрался нажимать на кнопку, он падал, взял, приклеился к этому. Да, кстати, самое интересное, что я запихиваю ее в себя. Так, ой, что-то переместился, но это ладно, достанет. Нет, еще пока нет. Ничего, еще пару раз так и можно будет. Так, о, тут даже не пришлось так делать. Еще чуть-чуть. Напишут за эти озера, то, что постоянно. Ну-ну-ну. Так, прям совсем мало, да? Ну, я... О, так я уже могу его даже переместить. Ага, чуть-чуть повыше подними.
А ты куда это ставишься? В смысле, он вниз как-то... Алло, ты чё это? В смысле, ты же должен цепляться-то нормально. Всё ж нормально было-то. Куда ты проваливаешься? Ты... Куда он влазит-то? Чё я ничего не делаю не так? Светильник на светильник можно повесить? Он светит? Или нифига не светит? А ночью днём, конечно, понятно... Подожди, а ты куда светишь-то? Ты в космос светишь? Нафига? О, господи, как же шумело с этим... О! Не-не-не. Как же у него все плохо с установками всей этой ерунды. Снизу ставишь, он никуда... Так он вообще не поймешь, куда светит. Ну как тебе его поставить-то? Ну что это за... за херня? Нужна боковая обязательно стенка, что ли? Ну ладно, сейчас обыграем это дело. Ой, блин, не то сделал. Обыграем сейчас это дело. Повесим его сбоку на вот это вот то, что я поднимаю. Фундамент. Да идишь ко мне, ты ближе, блин, задолбал уже. Так, вот эти я сейчас... Нет, не упаду. То есть, если я его сейчас поставлю на тот уровень, попробую поднять. Ой. Где-то вот так вот. Повесить. Так будет проще. Если что, еще придется стенку где-то снять. Туда перенести. Раз такое дело. Вот сейчас попробовать повесить его на этот, на торец. Ну давай, кстати, вот прям сейчас. Вот как я его повесил таким образом? Вы что, думаете, он будет светить при этом еще? Ну да, сейчас, конечно, ни черта не видно. Он типа светит, но на самом деле он ни хрена не светит. Так, давай вот сюда. Во! Наконец-то. Во, теперь я вижу, что он светит. Все, фундамент забираем обратно. Капец какой-то. На потолок почему-то они не хотят вешаться. Вот прям совсем. Не знаю, с чем это связано. Либо я что-то не так делаю. Либо еще что-то. Ну давай. О, отлично. Прожектор есть. Все, Филипп, ты доволен? Кстати, а, ну отсюда сейчас. Не, ну можно пойти лампочку включить. В принципе, я теперь уже могу видеть, как эти придурочки. Придурочки бегают. И стреляют в камень. Ну, частично что-то будет видеть. Надо еще три штуки таких вешать. Чтоб что-то было видно. Кстати, а что они там? Они, кстати, крафтятся наверху, да? Да. Ой, еда. Еда. Холодильник. Иди в бою. Кстати, я положил сюда мясо. Посмотрим, как оно быстро. Положил я их одинаково. Посмотрим, что первый сгниет. И как долго оно будет. Ну, правда, все время ходить надо. Посмотреть. Надо, кстати, курицу сейчас посмотреть, что там у нее. В этом вот, по еде. Ух ты, я тут прям хорошо поломали. Надо доску взять и пару гвоздиков. Так, говоришь, прожектор, что там на тебя надо-то? А, плата или пластинка? Есть еще вот на палочке прожектор. Так, что-то у нас тут? Где-то я что-то видел. Ой, как это так получилось? Ладно, неважно, зато быстро спустился. Так, курочка, что там у тебя? По еде, по воде. А, блин, мне показалось, да, он немножко поврежденный, прям чуть-чуть, но это не страшно. Так, воды у него хватает, яйцо я тебя заберу. Но тебе не надо. А мне пригодится. Оп. Это в окно. Кстати. Помидорки-то сегодня должны вырасти. Ой, кто тут наследил? Так, что я хотел сделать? А, молоток. Я уже его сюда переместил. Так, мне нужны гвозди. И доски, и дерево. Сейчас все починим, все, что можно. Ё-моё. Так, с
Смотрим. Ну тут вроде должно быть все нормально. А, вот уже пошло. А чё? А я куда прицепил? Не, нормально. Вот этот вот сюда еще достает, а там еще нет. Или уже нет? Так, тихо. Лишнее не тратим, хотя на них не потратится. Вот все-таки такие вещи намного выгоднее. Кстати, а здесь вот вообще не дамажится. Ну ладно. Прожектор в воздухе пускай повисит. Это магия. Субсистенс. Да, если я подниму сюда этот вот фундамент, я могу переехать туда. Там повесить. Кстати, появился еще один волчок. Как-то тут на этом спрыгивали. А вот здесь вот. Тихо. О! Кура. Курочка. Я тебе сейчас починю твой курятник, хотя нет смысла. Он практически не поврежден. Так, тут тоже чуть-чуть. Тут вообще ерунда. Это я не знаю, тут, видать, кто-то стреляли этот дроби, блин, козлы. Что там стекло? Чуть-чуть. Дверь вообще целенькая. О, видно. Нормально. Стекло целое, елка тоже целая. Елки-палки. Здесь. Опа! Кто это тут? А, по-моему, кто-то приходил. О, первый раз сработало как-то. Это надо снизу чинить, блин. Как бы это ни звучало, но это надо чинить изнутри. Вот так вот как-то. Механика такая игры. Вода не проводит никакого урона от персонажа. В отличие от ботов. Поверхность воды для молотка или для другого недоступна, пока не опустишься пониже, ниже воды. Тогда все работает. Целенькая. Опять что-то, фух, неужели пепел? Второй раз, да? Что-то забываю все время вылаживать его. Дмитрий Ким тоже мне там писал, что за это. Я просто видео снимаю много сразу. По 3-4 серии в субботу, один раз в неделю. И все, и больше я в Subsistence не играю. Так, ружье верни. Так, у меня есть отмычка одна, можно пойти попробовать реализовать. Это сюда. Что там по еде? О, уже можно и поесть чего-нибудь. Это кого? О, и можно даже с собой взять. Отлично, тут все нормально. Что тут мясо не сгнило? Нет, пока еще нет. Но уже довольно-таки долго лежит. Кстати, пак. А, уже поздно, да? Хотя, если я возьму с собой акваланг, можно сходить на то озеро, попробовать. Так, а что себе горит-то? Алло. Экономия должна быть экономной. Так, что с печкой-то? Ой. Прям вовремя я заметил. Тайминги, блин. Так, во. Отлично. Так, мне с собой патроны есть, винтовка есть. Патронов, правда, мало, но ладно. Пошли на то озеро. Побомжуем там один день на дальнее озеро. Да, кстати, ладно, то отдельное видео надо снимать. Спрашивают в комментариях, где найти пещеру. Ну, можно тут сказать, конечно. Потом все равно видео отдельно буду снимать. Вот она. Пожалуйста, сейчас ввели систему такую, что вот показывается, где вход в пещеру. И вот тут он есть. Пожалуйста. Ну, давай найти на черном фоне, будет лучше видно. На втором озере, куда я собираюсь. Кстати, я печку не сделал, а я хотел. Пошли за печкой. Вот. Полезно, что посмотрел, вспомнил печку. Что нужно сделать? Так, там нужна кожа, доски и металл. Это у меня все есть. Так. Вот это... Блин, а вот досок мало. Надо сделать еще. Сколько там должно быть? Ладно, сделаю вот так пока. Что? И что там еще? А металлы есть. Не думаю, что там больше что-то надо. Металл, гвозди. Может, гвозди? Может, веревки? Блин, забыл. Скорее всего, доски, металл. И платы. По-любому платы. Не, насчет платы я не уверен.
Ладно, сбегаем, посмотрим. Да мы... О, птичка прилетела. Орел. Рыбачить будешь? Кстати, я видел, как он у меня там на стриме, он рыбу у меня стырил. Правда, ночью это было, но все равно он ее стырил. Так, улетает. Ну и съебали отсюда. Кожа? Иди же, пассатижи. Ну, доски делаются. Как-то медленно. А ты тебе просто не взял, да? Ты просто тебе не взял доски. Так, тогда сделай еще. Сколько там? 6, говоришь, надо? 7. Давай 7 еще. Так, и еще там кожа. Чуть-чуть кожи не хватает. Буквально 3 штучки. Блин, вот за кожу что-то я, да, не вспомнил. Внезапно. Куда он делся-то? Пропал из виду? Пропал. Ну что ж ты... А когда не надо, он падает в ямку. А когда надо, его хрен допросишь, чтобы он упал. Блять. Да что ж ты промахиваешься постоянно-то? Серьезно? А, ну все правильно. Я думаю, что я ошибся. Кстати, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Сейчас сделаем. Мне как раз для этого должно быть все. Есть. Блин, с собой яичницу таскал. Можно, ладно, сейчас мы ее выложим, возьмем другую. Ничего страшного, в холодильнике она себя-то вот отойдет. Заодно еще, когда будем идти... О, печечка. Спички можем сделать по пути. У меня все для этого есть. Куча биотопля. Причем кого-нибудь можно еще прибить. Плюс там на месте расплавить жир. Тоже не проблема. Так, закроем все двери, чтобы сюда никто не зашел. А то я уже не удивлюсь, если еще боты будут уже скоро в дома заходить под, с открытыми дверями. Так, это пускай будет. Это, вот, и яичницу. Значит, возьмем. Блин, так, раздели одну, дай ко мне. О, это обратно положи. Вот так вот. Так, спички тут есть. Угу. О, у меня и спички есть, оказывается. Все, вроде все закрыто. Курочка накормленная, напоенная. Бля, хоть бери яичницу, давай. На, тебе ешь, короче. Вот так вот. Я себе еще найду. И сделаю, вернее. Акваланг я взял, потому что пишут, что в том втором озере много жемчуга. Это может быть у вас много жемчуга. А вот сколько у меня, мы посмотрим. Скорее всего, уже в следующей серии, но посмотрим. Так, ищем этот. Закрытый ящик. Возможно, он появляется не сегодня, потому что... О, металл. Давай сюда. Так, кстати, заодно и посмотрим, что там у нас третья база делает. Они же там что-то построили даже. Странно, что лута не было. Даром только вскрывал дверь. Хотя на прошлых базах было такое, что ящик как бы где-то должен быть здесь, но что-то я его не вижу. Было такое, что как только вот крыша первого этого будочки появляется, разбиваешь, и там уже был лут. Ну, дать это дело поправил. Чтобы их заранее не рандили. Так, это лешки, бесмешки. Алимешки-пельмешки. О, ягодка. Ящичек. Сумка, точнее говоря. Заберем. Так, что дождь, что ли, собирается? Не, похоже, что собирается. А раз дождь собирается, надо сделать тише. Пойдет. Гвоздики, веревка. Он еще есть, но там сильно близко. В базе.
Хотя ладно, возьмем лук. Попользуемся нашим луком. Если что. Он где-то прячется, гад. В прошлый раз я его выпускал из дома. А в этот раз он... Не знаю где. Сейчас как даст мне дробовиком в лоб. Ради этого я рисковал? Ради перышка? Ну ок. Это закрытый ящик. Ты смотри, как он рядом с базой-то, а? Давай откроем. Где бот, кстати говоря? Какой вообще вкусное. Ну, кроме клея, конечно. У меня рох много врагов. Ты опять в доме сидишь, да? Ты опять закрыл, да? Он уже железо начал обкатывать. Дружок, ты там? Ух ты, нет, он не там. Он все-таки где-то гад на улице сидел. Вот, я же его выпустил. Теперь он бегает по улице. Кстати, у тебя шапка. В смысле, нету шапки. Ой-ой-ой, как же ты хорошо стреляешь-то, а? В отличие от меня. Ладно, все. Ковыряйся в своем домике там сам. А я пошел. Поцарапал мне каску, гад такой. Внутри катончика-то, конечно, здорово. Ничего не скажешь. Показался котом. Он уже везде мерещится этот котом. Когда беленькие цветочки появляются осенью. Везде кажется, что есть котом. Но его нет. Если он есть, но он попадается редко. Так, первое озеро. Которым ни черта не будет. Но растения мы возьмем, потому что они нужны для этих. Для создания лекарств. Под водой не брызгает кровь случайно на этот? А ну. А, брызгает. На дно. Так, мои сундуки, кстати, их можно разобрать. Их можно разобрать, наверное, так, не вот так вот. У меня их тут как бы два. Зачем мне их тут два? Я тебе все забирал? А, да. Ладно, пускай будут. Сумочка. Да две, даже две. Там еще и мишенька есть. Пулька на пистолетик. Так, Мишка, ты же мне дашь сумочку забрать? Молодец. Слушай, я уже с полным этим. У меня уже все полное. Ну ладно, мы же какую-то часть же выкинем, правильно? Кстати, я могу спички сделать, но для этого надо дерево. Я могу веточку взять. Ага. Что-то можно сейчас выкинуть временно. О, еще сумка есть. Там никто не бухтит, блин. Не слышу ни черта. Так, ну это ладно. Это мне особо и не надо было никогда. Это не сумка ли за кустом? Нет, это просто кустик. Ну, возьмем. Сейчас мы из них сделаем веточку. Ну, не из этого. Рубанем дерево. Топор же у меня есть? Есть. Так, подожди, лежит некуда, да? Давай выкинем вот этот листик. Делай на все ветки. Одну стрелу можно сделать. Вот. Освободим место. Плюс две спички. Оп, я ж могу уже тебя брать, да? Могу. Так, я потерял дерево, да? Замечательно. Брёвна, он где-то в дерево провалилось. Так, и давай еще. Вот так вот. Все, можно брать и уходить. Кто это? Кабан? Чё, блин, думаю, что это за странный зверь такой. По таким углом стоял, что я его не признал. Так, давай спички. О. Пускай делаются еще спички. Ну, неплохо. Патрончики дают. Так, на всякий случай возьмем палку-ковырялку. Точнее говоря, уравнитель. О, еще патроны. Так, он, кажется, пошел ко мне, да? О. Еще и побежал, не только пошел. Так, смотрим за котоном, если он тут.
Все беленькое, но, блин, это не готово. Ой, а чуть я в забор начал бежать. Не надо мне в забор бежать. Может быть, тут домик надо будет построить? Ты там бежишь или как? Отстал. Студент. Причем давно уже, по ходу дела. О, это мне все пригодится. Может быть, еще какой-то патрончик сделать? Так, Мишанька нас уже встречает на озере. Ну нет, подожди пока. С аквалангом будем плавать. Наверное, уже... Ладно, посмотрим сейчас. Что загадывать? Кволик! Ударься в дерево, я тебя споймаю. Нет, не хочет. Ну ладно, как хочешь. Они... Блин, показало, что кто-то зарычал. Это же заяц был? Да. Так, на магнум патрон. Ну, возьмем, конечно. Курочка. Кстати, курочка. У меня есть на тебя место? У меня даже на тебя место есть. Откуда мне столько скрапа взялось? И что, я его столько много нашел, что ли? Ничего себе. Ну ладно, пошли ставить печку, освободим как минимум место. Спички выложим. Потому что пишут постоянно, что в этом озере много жемчуга. Как бы... Вот он я. Пришел за жемчугом. Взял акваланг. Полупустой баллон. И один полный. Я думаю, меня хватит. Вот, кстати, жемчужинка и есть. Давай еще это возьмем. О, подсветка. Сейчас поставим печку где-нибудь там. Печку можно потом переместить. Вот тут еще костер остался с прошлого раза. Можно его, кстати, разобрать. Тем более, что он уже наладан дышит. И не так, кнопочку вот это разбирать. Ладно, что-то выпало. Что-то выпало. Так, давай пока вот здесь не поставим. Так, давай спички сюда. Досочки нет, досками это кощунство топить. Так, это сюда, это мне пока пригодится. Так, вижу, вот одна коробочка лежит, и что-то должно было еще рядом упасть. Это дрова. Дрова нужны. А где веточки делись? А, вот коробка. Такая нет, неприметная коробочка. Более цвет у него такой. Так, давай, сделай еще стрелы. Во. Еще одну веточку, говоришь, давай. Так, ну жира у меня пока нет. Кого-то можно будет пристрелить сейчас. Ладно, ну пока посмотрим. А я что-то жемчужинку вот эту забрать. Вот она. Жемчужинка. Стрела сделалась. И давай еще одну стрелу заказывай. Быстро, 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 быстро. Оп, успел. Так, у меня все. А, у меня даже место есть еще. Спичка делается. А стрела делается отлично. Ну, вон еще, кстати говоря, жемчужинка есть. Глубоко? Ну, не сильно. Если коснемся, то немного раз. Пока в воде тепло, печку нет смысла поджигать. А мне нечем. Я ж молодец. Дрова не нарубил. Это что? Блин, уже не видно нифига. Ты смотри, прям тютелька в тютельку. Пошли за этим. Классный фонарик. Ничего не скажешь. Много дает света. Хотя в реальности, наверное, столько же света дает. Ну, тоже реальность, это игра. Можно было и чуть побольше сделать. Пока тепло, и то хорошо. Удивительно, что тепло. 2 градуса тепла. Неужели он сделал...
Ты смотри, еще типа вот. Нет. Только 3-2 было. Так, еще чуть-чуть. Еще немножко. Блин, надо было удочку с собой взять. Хотя куда бы я и положил-то удочку. Ну ладно, давай еще вот это рубанем. Сколько дерева? 10 штук. По-моему, там 11 или 12 надо, чтобы полную печку. Еще одно дерево, короче. Рубанем. И надо идти, потому что уже 0 градусов. Внезапно. Так, приплыли. Значит, скидываем. А, тут уже и было. Ну, ничего страшного, еще будет. Давай, Абдулла, поджигай. Сейчас курочку, о, воду приготовим. Кстати, попить надо. Еще поставим, пускай готовится. Там вон соседи. Только что костер был. А ну. Могли переместиться уже, могли. А, у них костер мог просто вот тупо потухнуть. Скорее всего, более вероятно. Печка-то не тухнет. В этом-то весь и прикол. Тут даже и крыши не надо делать. Можно греться. О, 41 патрончик уже. Так, у меня еще два места есть, так что баллончик еще потратится, еще минус одно. О, кстати, можно было сделать... Во-первых, можно сделать аптечку, наверное. У меня кожи нет. Так, воду забирай. Это сейчас прям с печки съедим. О. Так, подъедим помидорки и до утра нам хватит. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.